поднять знамя в центре Екатеринбурга может вернуться краснознаменная группа. Александр Высокинский пообещал поставить советский памятник на прежнее место. Его, напомним, демонтировали в 2013 году, и с тех пор постамент на плотинке пустует. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил рассмотреть возможность восстановления одного из знаковых символов уральской столицы – краснознаменной группы, украшенной орденом Ленина. Александр Геннадьевич подчеркнул, что мы должны укреплять память о тех людях, которые ковали победу и работали, не щадя себя, в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили в мэрии, горожане не раз обращались с просьбой восстановить историческую справедливость и вернуть красные знамена и орден Ленина на прежнее место. Но только спустя 6 лет власти всерьез задумались о водворении флагов на постамент на плотинке. На это уйдет не меньше года. Памятник сперва нужно реконструировать и укрепить, ведь его создатели не учли специфику места. Уральские погодные условия и вибрацию от работы плотины. Напомним, краснознаменную группу снесли незадолго до Олимпиады. Вместо нее установили часы, которые отсчитывали дни до зимних игр в Сочи.